В кого є підручники, 155 сторінка. Дмитро Табачник презентує. Зажигаю. Розказ називається «Тоні». Сон второй, про сетку. Бог, как известно, любит троицу. Вот у Серого за неполную тридцатку было три главных сна, которые он видел часто и не забывал никогда. Это если не считать периодических эротических и снов по моменту. Но когда, например, боишься идти в военкомат на медкомиссию, то снится армия. А когда на носу соревнования, что проиграл? Анализируя всю эту чепуху, Серый ожидал в скором времени появления четвертого. Месяц-другой стукнет тридцатник, менять что-то будет уже совсем страшно. А там, глядишь, сороковник и врастание в землю. Станешь из пацанчика мужиком, что по батиному определению наступает, когда стоя из-под живота болта не видать. Если следовать этой логике, Серому мужичество еще долго не грозило. Был он от природы щупленький и худенький, плюс спорт всю жизнь. Вот и тренера как на подбор все, с мамонами наперевес, причем в любом виде спорта, кроме шахмат и шашек. А они вроде и за спорт не считаются. Тренер без мозоли не тренер, он с самим своим видом должен внушать тебе, что вот ты сейчас булочек сладких не ешь, а потом, когда закончишь в почете, наверстаешь. И тернешь по выслуге лет, всех догонишь. А ну как в песне. Эй, приятель, посмотри на меня, думай обо мне, делай как я. Имеется в виду песня Богдана Титомира. Тут багато хто такого віку, що не знає, хто такий Богдан Титомир. Як не знаю. А між іншим, Богдан Титомир Сумської області. Він України. І кокаїн, який він продає, теж український. На цьому, як он, в Криму, де він там торгує? На Казантипі, о, є опитні люди. Хорошая, кстати, песня, заряджала батарейки. Чем цирк отличался от спорта в хорошую сторону, так что разрешали заниматься под любую музыку. Что тебе нравится, такую кассету и ставь. Серый это ценил. Под музыку любая монотонная хрень была за счастье после гимнастики. Закончил КМСом. КМС – кандидат в мастера спорта. Правильно, Сэр? Ну, типа, еще не мастер спорта, но уже по рылу дать можешь. Когда сломал галик, тут же все надо пояснять, понимаете? Галик – это голеностоп. Ну, вот это вот штука. А пацанчик – гимнаст, про него же рассказ. Сломал галик в 8 классе. Лечиться было долго, догонять потом смысла не имело. Тренер примерил корону на другого пацана, а про Серого забыл с той минуты, как в скорую загрузил. Ни звоночка, ни цветочка. А тогда как раз была развилка, куда спрыгивать перед выпускными классами. Дальше по спорту или по жизни. Вот по ней Серега и пошел. После 8 класса начались перекрестки. Кто-то поступал в техникум, кто-то сливался в ПТУ. Серый одновременно пошел в эстрадно-цирковое на акробата и в секцию карате на Динамо. А, тут йдеться про часы, коли карате было заборонено. Ну, дійсно, мабуть, важко в це повірити. Ну, як підскажуть авторитетні товариші. Карате дійсно було під забороною. І брали підписку. І ганяли. І їм видавали ксиву добровольних помічників міліції. Дружинників? Ні, дружинники. Дружинники – це п'яні мужики, які ходили ловили других п'яних. А це добровольні помічники міліції. Так ти в курсі, так? Так. Да. Я один раз выхватил от таких. Так вот. Ага. Как только пошел в эстрадно-цирковое, веселуха приключилась. В акробаты его взяли, но заниматься Серый пока еще не мог. Нога не позволяла, на процедуры ходил, разрабатывал. И решила тогда директриса, бывшая дрессировщица, что нефиг ученичку, да еще и по фамилии Шулимович, прохлаждаться. Так что отправили его временно к клоунам, понюхать манеж, пообтереться. Ну и главное, чтобы жизнь малиной не казалась. А старшим у клоунов был старый Сельдерей Шмаков. А вас называли бухариков сельдереями? Нет? Вот бачите, тут с харківською все треба перекладати. Сельдерей, іноді ще додавали букву «Е». Сельдерейн. Це вже такі естетські-естетські. Старий Сельдерей Шмаков, которого с манежа за синьки поперли в преподавателі. По слухам, этот недоделаний Олег Попов еще и в пердак боролся. Тут треба багато перекладати. Олег Попов – відомий радянський клоун. Поэтому недоделанный Олег Попов значит, что клоун с этого Шмакова был такой себе. Пердак бараться – это есть такой сленг, который десь в 30-х роках минулого століття з'явився. Це сленг таких лабухів, музикантів. Пердак, ну, зрозуміло, що це таке. Бараться – це, ну, баратися в пердак – це займатися наповним сексом. Вот. Да. Дольше рассказывать, проще показать, да? Так вот,
Шмаков заставлял Серого пахать по полной программе, без скидок на временное пребывание и травмированное состояние здоровья. Гонял Шансидорову козу. Сын речь, актерское мастерство, жонглирование и даже пианино. Я не знавался, клоуном пианино выкладали. Не знаю нашим. Заниматься этими придурастыми вещами было неприятно, а Серега просил о снисхождении. Какой из меня клоун? Мне же месяц всего перекантоваться и одью. В итоге творческий спор дошел до того, что Серый сломал дедушке нос и пошел сразу за документами на вынос. Но директрисы, к счастью, в кабинете не было, вопрос решил завуч Савченко, который акробатами занимался и видел Серого еще в гимнастике. «Остынь, гимназия», — сказал он, — «Шмаков жаловаться не будет, ему кипиш не надо. Хватит тебе с клоунами шорхаться, завтрашнего в зал приходи». И понеслась. С утра гимнастика, вечером карате на «Динамо», скучать особо некогда. Пацаны в цирке были нормальные, рядом была их общага, частенько там висели. Что характерно, все спортсмены строго бухали, а в эстрадном цирковом шмаль курили. Шмаль перекладати не треба, да? Конопля. Конопля по-вашему. Если трава была порожниковая или не сезон, то варили молоко или кашу. Долбанешь пару весел и лови прикол. Я между женщиной ему коллеги, я позвонил Диле, я говорю: «Диля, мне нужно проконсультироваться, как варили кашу». А Диля же, он как раз в музыкальном училище учился, он же там проходил многое. Так вот, и Диля просил передать, что это способ употребления слабой травы, в первом случае молоко, запятая сахар, сода, кипение, во втором подсолнечное масло и варенье. А пропорции? Одно весло, одна ложка, Диля просил передать. Серый, правда, пробовал только за компанию, напоснется и хватит. Не то, чтобы сильно боялся форму потерять или мусоров, просто не хотелось резких поступков и движений вокруг. Да и хватало по диаметру особо продвинутых людей, которые начинали ширяться или практиковали фисташки в мармеладе. Фисташки в мармеладе тут придется переводить, потому что поколение сменилось. И опять придется вспомнить Дилю. Когда-то працював я на Приват ТВ у Харкові, и мы робили сюжеты для программы «Вітражі» на каналі «Інтер». Це була дуже серйозна програма. І, значить, з'явився такий цікавий наркотик – мускатні орешки. От. І Діля, як людина, яка спробувала мускатні орешки, знімався в мене інкогніто в сюжеті. Ми йому рило так перекроїли, знаєте, кубиками цими. І голос змінили, щоб його ніхто не узнав в родному під'їзді. От. І Діля розказував змінённим голосом, що якщо хапануть 5 орешків, то это все равно, что переболеть болезнью Боткина. Еще добавлял со свойственной Диле грацией, что это очень может ударить по вашей потенции. Но по Диле не ударило, он потом говорил, мы это в сюжет не вставим. Так вот, фисташки в мармеладе и мускатные орехи, которые также употреблялись в качестве наркотиков, горечь сбивается за счет варенья. Один прием 4-5 орехов ударяет по печени так же, как болезнь Боткина. Приход индейский. Ну, это такой термин, синдейский, он же тяжелый и длинный. А потом на генеральном прогоне перед выездом на фестиваль циркового искусства в Волгограде рядом с Серым погиб один пацанчик, Виталик Строганов. Смешливый такой был, чисто живчик, анекдоты у него всегда и тёлки хороводами. Взлетел с подкидной доски винтом, ну, подкидная доска, это там, где подбрасываем, и не стало парня. Савченко, тем не менее, всех отправил в Волгоград, а сам остался парня к родыкам куда-то в соседнюю область отвозить. И уже по приезду в общаге Серому приснилось, как он сам промахивается на волосок от рук партнера и летит вниз. И знает почему-то, что подтяжки, которыми этих акробатов держат, оборвались, а в страховочной сетке дырка. И лететь ему именно в нее, промахнуться не получится. Из-за этого сна Серега и закончил с цирком. То есть не сразу, надо же было еще год отучиться, образование нужно, да и тренировок он никогда не отказывался, надо так надо. Но сон продолжал пугать его холодной сковородкой к спине, приходя когда раз в месяц, а когда и через день. И просыпаясь, Серый понимал, что это не его дело, и что его личная дырка в страховочной сетке уже есть, она просто ждет. Когда Серый объявил, что бросает училище и по цирку дальше не пойдет, Савченко, конечно, ругался последними словами и кричал: «Лучше б ты, дятел, с клоунами барахтался, там тебе самое оно». Но спустя каких-то 3 месяца в стране произошли краеугольные перемены, социализм внезапно кончился. Так говорили в телевизоре по пятницам молодые дядьки с горящими глазами. Примечание переводчика, судя по всему, имеется в виду программа «Взгляд». Практика показала, что они ошибались. Социализм остался, ему еще лет и лет. Просто одновременно рядом с ним в ту же розетку включили еще и капитализм. Не для всех, но включили. Эта смесь булькала, как быстрый борщ, когда приехали срочные гости, и на одних соленых огурцах, пусть даже и по бабушкиному рецепту, не продержишься. К
Кастрюлю качало и подбрасывало, люди вокруг ходили с мутными глазами, на заборах какие-то непонятные листовки и непроходящее ощущение, что скоро беда. Тренер с «Динамо» пошел по криминалу и всех звал в дело. Если Серый правильно помнил тот разговор, то отказались тогда немногие. Серый такого развития событий точно не хотел. Наверное, опасался, потому что фамилия ему была Шулимович. А может, он четче остальных чувствовал, что всеобщий трамвай со всей дури поехал задним ходом, что по дороге сулило аварию за аварией. Кінцівка першого розділу. Музика чи читаємо далі? Морку!